Ребят, смотрите, Диана беззубиковая. Скоро Диана покажет, что ей зубная фея принесла. В следующем ролике мы покажем, что Диане принесла зубная фея. Ребятки, привет! Скажи, Дианочка, привет ребятам! Ребятки, мы сейчас перед сном пришли на море и хотим показать вам водоросли, которые мы здесь нашли, которые скатались, классные шарики. И решили мы вам их показать, потому что такого мы не видели. Диана даже себе сумочку. Вот. Диана себе даже сумочку он положила, шарик такой. А давай мы соберем самые большие шарики. Давай. У меня еще шарики туда полетали. Да. Покажи. Похоже на киви. На киви похоже. Да? Такие водоросли, да? Угу. Но я не знаю, что это. Покажи, какие еще какие есть, ребята. Что я сделала с ним. Угу. Диа, покажи ребятам, какие тут водоросли еще есть, такие шарики. Вот смотрите, смотри, сколько тут киви много. Сделала. О, супер. Смотрите, какие на пляже водоросли лежат. Это колюченькая? Нет, она мягкая. Не, ну вот эти штуки. Нет, они мягенькие. Это трава. Трава, как будто скатали шарики, да? Морем скаталась и на берег выбрасывает все такие шарики. Классные. Диана, сейчас каникулы. Знаешь, да, что? А там вот где-то очень такие горы снежные. Да. Покажи, ребята. Еще такой маленький шарик. Классный. Сейчас вам тоже будет. Полетел. Ой, вообще малыш. Полетел тоже. Что ты боишься? Из такого шарика получается киви. Красота. Такой волосатый. А киви же такого же цвета, да. И такой волосатый. Как будто киви здесь полетела. Лежат, да? Ух, все, плюхнулась. Она сейчас обратно прилетит. Ну все, ребятки, всем пока. Заканчиваем это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Леди Ди, всем пока, до новых встреч, смотрите наши ролики. Сейчас покажу вам закат. Закат на Средиземном море.